Мадригале возникает ну, в самых разных дебютах. Вот просто я еще приведу два примера. Вот это называлось игра E4, E5, конь F3, конь C6, конь C3, D6, слон C4, слон G4. Белый сыграет 0-0. Но там возникает, пока было невозможно, потому что черный играет конем. Они черные воспользовались тем, что конь связан, хотели получить преимущество, сыграли конь d4, и что, ну, можно сказать, в этой позиции. Вот. И зеленый на отлегали. То есть последовало конь бьет e5. Ну и понятно, что опять вы берете фезя. Слон бьет d7c, и конь d5 мат. То же самое история. Нет, то же самое. Там была защита Филидора, а это была защита трех коней. С Мадригале можно вернуть самых разных вариантов. Вот третья партия. E4, E5. Конь F3, конь C6. Слон C4. Ну, черный играл очень опытный противник, он, опасаясь нападения на пункт Е7, он сыграл H6, защищает опоры, хотя этот ход не очень удачный. Последовало ход C3, D6, D4. Мой любимый ход D4. Слон G4. Обрадовались черные, что связан конь, значит, белые взяли пешку, черные взяли конем, думали, что у них все в порядке. И как здесь надо сыграть? Конь Е5. То же самое, конь Е5, и все понятно, да, и Мадригале. Но нет вопроса по Мадригале. А если они не сидят, то взял, это интересно. А? А если они не сидят, то взял? Тогда мы теряем пешку, да? То пешку. Как, если не берут, что? Нет, белые играют так. А если они не берут, берут коня, тогда просто перебили G4, просто без пешки. То же самое, никакой. А здесь уже не без пешки, если уже без фигуры. Без пешки и фигуры. Так что здесь выбора нет. Ну и. С Мадригале все ясно. Это такая, с одной стороны, красивая комбинация, показательная, с другой стороны, она классическая, то есть, если вы, допустим, играете с начинающими, то почти наверняка многие называют вас Мадригале, может, вы его не даете, но теперь будете давать. Вот один пример так называемого обратного Мадригале. Как? То есть, когда черные дают белую, теперь наоборот. Ну, так, такая же идея, но и более серьезная партия. Причем не любители играли, а играли два мастера, это было в прошлом веке. E4, E5, C3, C6, F4. Это венская партия называется. C3, C6 – это венская партия. Слон C5. Конь F3, D6. Белый сыграл F5, но не очень удачный ход. Правильно было слон C4, разве слона. Черный развивает фигуру. Белый опасается здесь хода конь G4, решает, что надо это поле защитить. Играет H3. Не было, конечно, без особой необходимости ходить крайней пешкой, это не рекомендуется. Но белый сыграл. Это поставил на D5, удар в центре. Теперь белые взяли конь бьет E5. Ну, они думали, что на конь бьет E5 последует D4, и фигуру отыграют белые, ну и закончат развитие, и у них будет.
Земноре неожиданно такое Мельгиштери. Два Мельгиштери. Теперь граница четыре шаг большими неприятностями. Белые вернулись конем. Забрали пешку, вернулись конем, чтобы защитить это поле. Как вы закончили партию? А? Как бы вы сыграли на место чего? Если слон f2, просто король идет вперед. А конь вот так. А тогда поле пока держится. Пешка d4. Пешка d4. Точнее, d3. Пешка d3. Сейчас черный, как вы рекомендуете? Слона на f2. Нет, слон f2. Клад пока не берет. А, я же h4, фейк, потом конь бьет h4, потом... Все правильно. Вот здесь я эти партии сильные шахматисты, тем не менее, последовательно отлегали. Ну, как бы обратно отлегали, это черный дает его. Они жертвуют ферзя. Ну, еще более неожиданный способ, чем там. Там скрывалась диагональ, ферзь отдавался, а здесь просто ферзь жертвой состоит этот удар, последовало конь d4. И теперь что? Слон f2 шаг, король e2, конь d4. Вы знаете позицию? Нам надо зеркальное отражение того, что мы видели. Да, но король может уйти на d3. Ну да, понимаете. На d3? Да. Может. Может. Как так? Король может уйти. Не может, он под коня. А, ну да, на король d3, вы правы, конь c5-2. Ну, здесь немножко длиннее. Здесь. Модлика в классическом виде это такая совсем учебная комбинация. Это уже нормальная партия и двух мастеров. Вот так белые получили мат. Неплохо, правда? В центре доски. Всего на каком-то, на десятом ходу. Нет, сейчас уже мат. Сейчас точно мат. Мат. А если на F3, а не батак? А сюда нельзя было конь стоять. А. В какой позиции? Нет, вот я дал шаг, король здесь стоял. То есть король здесь стоял. Вот я дал шаг, у вас одно поле на 3, конь 5 мат.